14 аварий произошло за выходные в Гродно. Всему виной непогода или невнимательность водителей. Мокрый асфальт становится причиной увеличения тормозного пути и ухудшения сцепления с дорожным покрытием. Как итог, частые аварийные ситуации. Пример тому два крупных ДТП, которые произошли в Гродно на прошлой неделе. В четверг на проспекте Космонавтов столкнулись два троллейбуса, маршрутный микроавтобус и автобус международного сообщения. За день до этого на пешеходном переходе пригородный автобус сбил мужчину, в результате чего тот скончался. Со слов водителя, заметить пешехода ему помешал дождь и намокшее лобовое стекло. В непогоду автомобилисты, как и пешеходы, испытывают трудности. Стекающие по стеклу капли дождя делают окружающую картину размытой и нечеткой, что увеличивает вероятность возникновения очередного столкновения. Так было и в минувшие выходные. Основной причиной аварий было несоблюдение безопасной дистанции. Нужно отметить, что половина ДТП были оформлены участниками самостоятельно по Европротоколу. Уважаемые участники дорожного движения, в связи с ухудшением погодных условий будьте более внимательны. Большинство ДТП с участием пешеходов происходит ранним утром или вечером, когда на улице темно. С приходом осени аварийность на дорогах возрастает в несколько раз. Световой день уменьшается, а видимость в непростых погодных условиях становится хуже. Заметить человека, не обозначенного световозвращающими элементами, на проезжей части или обочине сложно. Порой люди ошибочно предполагают, что водитель видит их и теряют бдительность. Это влечет за собой печальные последствия.